В администрации Люберец состоялось первое заседание обновленного состава молодежного парламента. В него вошли активные молодые люди, которые полны идей и готовы реализовать свои проекты на территории городского округа. Как началась работа нового созыва, расскажем в следующем сюжете. Перед тем, как занять места в зале заседания, эти молодые люди прошли тщательный отбор. После подачи заявок на вступление в молодежный парламент они выступили перед конкурсной комиссией с самопрезентациями. Список тех, кто вошел в новый состав, утвердил Совет депутатов. И только после этого молодые парламентарии приступили к работе. В первую очередь выбрали председателя. Есть предложение вынести данную кандидатуру на голосование. Кто за, прошу проголосовать. Единогласным решением молодежный парламент повторно возглавил Ашот Маргарян. Теперь ему предстоит работать практически с новой командой. Из 21 человека 14 избраны впервые. Слышали, как хорошо наш прошлый созыв работал. Я очень надеюсь, что наш текущий созыв будет также хорошо работать. И даже, надеюсь, лучше. Участники заседания утвердили регламент молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы. Затем избрали заместителей председателя по внутренним вопросам и проектной деятельности, а также секретаря и пресс-секретаря. Кроме того, члены молодежного парламента утвердили перечень комиссий и в каждой назначили руководителя. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Спасибо, единогласно.